Всем привет! Меня подписчики просили показать, какой ремонт я сделала в спальне сына в комнате. Вот такие обои наклеили под кирпич и сделали фотообои Нью-Йорк. А, это Бруклинский мост, по-моему, называется. Вот такие вот обои. Здесь у нас дальше опять идет кровать. И продолжение опять под кирпич к обои. Окошко. Здесь вот такая вот стена. Здесь у нас кухня. Кухню мы убрали, поставили новую. Вот пока еще не повесили полки, не дособрали их до конца. Будут дверцы здесь сделаны, потом будут вот здесь вот полки висеть. И вот такая вот кухня. Купили за 15 тысяч. Вот здесь вот моечка. Пока еще не сделали смеситель. Смеситель хочу новый купить. Такой модный, современный. Такая вот цвет венги коричневая. Ну, красивая, в принципе. Полки бежевые. Потом в сборе покажу, когда повесим на стену. Здесь еще будет стол тоже такой же венги коричневый. Разделочный стол. Ну, вот такая вот, в принципе, получилась спаленка. Маленькая, ну, как маленькая, не очень маленькая, 12 метров. Компактная, красивенькая, симпатичненькая. Я думаю, что, в принципе, получилось неплохо. Такой вот дизайн сами придумали. Сами себе дизайнеры сделали. В принципе, сын очень доволен, ему нравится интерьер в коричневых, таких бежево-коричневых тонах, ему очень понравилось. Говорит, что было сейчас, в данный момент, намного лучше, чем было. Я думаю, неплохо. Вот еще подключим смеситель, сделаем водичку сюда, посуду мыть. В общем, получилось неплохо. Напишите свое мнение под видео. Как вы думаете, нравятся вам такие фотообои или нет? Которые фотообои у меня в зале и в спальне, я вам уже показывала в предыдущих видео, кто подписан на мой канал, может посмотреть. В принципе, там тоже красивые очень с цветами обои. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду ждать ваше мнение, отзывы. Всем до встречи на моих видео, всем пока!